Всем привет! С вами Анна. Я продолжаю рассказывать вам о том, как полезно смотреть фильмы на английском языке. Сегодня мы с вами выучим интересную идиому из популярного американского сериала Lost. Для начала посмотрим небольшой эпизод из фильма. I think that's why you and I don't see eye to eye sometimes, Jack. Because you're a man of science. Yeah. What does that make you? Me? Well, I'm a man of faith. В этом фрагменте мы видим, как спорят два ключевых персонажа сериала – Джек и Джон. Надо сказать, что их противостояние началось с момента крушения на острове и продолжалось весь фильм. В споре Джон использует идиому «to see eye to eye», which means «to agree with someone», «to think alike», «to have similar opinions» or «viewpoints». Дословно, идиому можно перевести как «смотреть глаза в глаза». Она пришла в английский язык из библейских текстов и изначально имела значение «to meet face to face, in person», то есть встречаться с кем-либо лицом к лицу, лично. Постепенно значение идиомы изменилось, и в современном английском языке «to see eye to eye» означает «соглашаться друг с другом», «разделять точку зрения». Но вернемся к нашему фрагменту. О чем же говорят Джон и Джек? «Я полагаю, вот почему мы с тобой не соглашаемся временами друг с другом, Джек», — говорит Джон. «Потому что ты человек науки». «Да», — признает Джек. «А кто же тогда ты?» «Я? Я человек веры», — отвечает Джон. Давайте посмотрим и послушаем эпизод еще раз. I think that's why you and I don't see eye to eye sometimes, Jack. Because you're a man of science. Yeah. What does that make you? Me? Well, I'm a man of faith. Итак, сегодня мы выучили с вами еще одну идиому из сериала Lost. To see eye to eye. Учите английский и старайтесь находить общий язык с окружающими. У меня все. Надеюсь, мой урок был полезен для вас. Пока-пока! I don't believe in destiny. Yes, you do. You just don't know it yet.